витископ. Возраст такой, да, для супертяжелого веса, в принципе, рассвет, еще и впереди можно, в принципе, побоксировать, что я и буду делать. Есть мечты, конечно, есть мечты, это стать чемпионом мира по какой-либо версии. Ну вот как это все будет происходить, не знаю. Здесь, может, помогут в реализации моих мечтаний вот мои промоутеры, менеджер, как-то, может, подскажут, выведут на чемпионский поединок. Ну, я думаю, они выведут меня. Ну и дальше посмотрим. Если чемпион все-таки Владимир, может, в перспективе придется и с ним боксировать. Поэтому я к этому готов и упорно тренируюсь и иду к своей мечте. Владимир Кличко считается потенциальным моим соперником. Мне доводилось с ним спарринговать. Вот он приглашал меня в свою команду, вот когда он готовился к Александру Поветкину вот осенью прошлого года. Я с ним поспарринговал. В принципе, спарринги у нас были такие хорошие, напряженные. Ну и что можно сказать, для меня это был опыт постоять сильнейшим на планете. Ну и я ощутил, что вполне по силам боксировать, и можно и нужно выходить в ринг боксировать. Ясно, что, может, надо провести где-то пару боев еще, я так думаю, до чемпионского боя. Ну это мнение и тренеров, тренера моего, и промоутеров. Ну и вполне вероятно, можно выходить на чемпионский бой с Владимиром. Почему нет? Я готов. Витископ. Спортивное видео.